Здравствуйте, дорогие друзья! Как я и обещал в конце предыдущего ролика, сегодня я приглашаю вас на видеопрогулку по парку Гора Филд, Маунтфилд National Park, что расположен в 70 километрах от Хобарта, столицы штата Тасмания. Этот огромный парк раскинулся на территории в 162 квадратных километра. Здесь можно полюбоваться как дождевыми эвкалиптовыми лесами, так и альпийскими лугами. Высшая точка парка находится на высоте 1434 метра над уровнем моря. В парке проложено несколько пешеходных маршрутов, треков. Первый трек ведет сквозь заросли гигантских папоротников и огромных эвкалиптов к водопаду Рассел. Вдоволь насладившись видом этого чуда природы, по удобным деревянным мостикам отправляемся к следующему, очень шумному водопаду Леди Барн. Следующий трек ведет нас в страну гигантов. Среди огромных папоротников и гигантских эвкалиптов чувствуешь себя мелким муравьишкой. Здесь растут самые высокие в мире деревья, некоторым из которых почти 400 лет. А как указано в табличке, высота этих деревьев 79 метров, и они еще продолжают расти. Поднимаемся еще выше, и перед нами величественный пейзаж парка Маунтфилд. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вам понравилась наша видеопрогулка, и вы не забудете подписаться на мой канал. В следующем видео я познакомлю вас с морскими котиками мыса Пилар. До свидания, с вами был я, Владимир Коптелов.